Всем привет! Меня зовут Лена, вы на моем канале Нихилизми, и сегодня мы будем готовить мой фирменный шоколадный кекс в микроволновке. Точнее, я буду готовить его для Лёхи. Если вы забыли, кто такой Лёха, то вот подсказка на видос, где он ест острую сычуанскую лапшу. Но где же Лёха? А, где Лёха? Если честно, я сама уже подзабываю, кто такой Лёха. Но сейчас мы залезем мне в голову и попробуем восстановить его образ. Что ж, Лёха из чертов моего разума больше похож на афроамериканца, но... Ну, в принципе, похож. Лёха, ты проголодался? Ебать, кушать хочу. Пиздец, с завода пришел голодный, ля. Лёха, а тебе нравятся мои шоколадные кексы? Обожаю кексы. Просыпаюсь по утрам ради кексов каждый день. Сколько времени я уже на самоизоляции? Сегодня я вышла на улицу. Ну, я ходила в магазин, потому что у меня закончилась последняя пишущая ручка. А на улице это трава. Ладно, я знаю, вам интересно, где же настоящий Лёха, а не Лёха А4, эки Лёха Бумага. Лёха, где ты? В смысле, где? Я тут сижу перед тобой. 3D не нужны, 2D в тренде. Впервые я попробовала кекс, приготовленный в микроволновке, когда приезжала в гости к сестре. Я тогда еще жила с родителями, училась в школе и все такое. И мне так понравилась идея такого быстрого десерта к чаю, что потом, когда я вернулась домой, я решила попробовать приготовить его сама. Я нашла в интернете какой-то рецепт, и он у меня получился. Это на самом деле очень простой рецепт. И с ним справится даже ребенок. У кексов в микроволновке полно различных вариаций. Например, однажды сестра мне также приготовила веганский кекс. То есть в нем не было никаких продуктов животного происхождения, и он был такой достаточно сыроватый, но мне напомнил чем-то как будто перемолотый фондан. То есть такой шоколадненький, сытный. Ну и плюс сыграло большую роль то, что сестра добавила в него арахисовую пасту. Если у вас есть арахисовая паста, супер, потому что с ней кекс получится просто белиссимо. У меня есть паста только зубная, так что... Кстати, прикольно купила со вкусом жвачки. Ну и, короче, я вам сейчас буду рассказывать и по ходу показывать кадры, как я, собственно, готовлю этот кекс. Для начала нам необходим какой-нибудь стакан. Я беру вот такой вот. Вот такой икейский большой стакан, точнее кружка. Все буду смешивать сразу же в этой кружке. Как видите, я заранее купила и муку, и сахар, потому что у меня все закончилось. Не только пишущие ручки и последние нервные клетки. Чтобы кекс получился вкуснее, в него можно добавить, ну, в готовое тесто, в эту самую кружку, какую-нибудь, например, шоколадку. Я купила воздушный молочный шоколад и, собственно, его и добавлю. А хотела Макс Фан. Для начала нам необходимо взять муку. Я беру обычную пшеничную муку высшего сорта и добавляю где-то 4 столовые ложки. Потом в муку я добавляю какао. На самом деле вы можете использовать как натуральное какао, так и какой-нибудь несквик. Опять же, туда добавляем где-то 2 столовые ложки сахара, но это на самом деле не так много, и сладкоежкам этого будет недостаточно, но опять же, учитывайте, если вы добавите какао Несквик, то тогда, возможно, этого и хватит. Далее туда же я добавляю щепотку соли и совсем немножко разрыхлителя, потому что с разрыхлителем кекс получается пышнее, не такой, что ли, омлетный. Тщательно перемешиваю всю эту сухую массу до однородности, чтобы получился эдакий прах. Потом в него разбиваю одно куриное яйцо, перемешиваю. Затем я обычно добавляю немножко растопленного сливочного масла. Вы можете добавить и растительное, но я все-таки предпочитаю сливочное. Я отрезаю небольшой кусочек твердого сливочного масла, кладу его в пиалушку и в микроволновку на несколько секунд. Опять все тщательно перемешиваем и затем добавляем где-то 3 столовые ложки молока. Вот, собственно, тесто и готово. В самом конце, когда не осталось никаких комков, короче, добавляем в тесто кусочки шоколада. И опять все хорошенько перемешиваем. Получившееся вот это вот в кружке мы отправляем в микроволновку где-то на 3 минуты на высоких мощностях. Кстати, если вы готовите в небольшой кружке, то внимательно следите за кексом, потому что в какой-то момент он попробует от вас сбежать.
Артём, ну ей-богу, ну за столом сидим, запахнись и маску сними. Ну чё опять, вечно недовольный? Лёх, ну скажи ему чё-нибудь, опять молчишь. Вечно ты молчишь, Лёха. Вот такой вот сумасшедший рецепт. Ставь лайк, если тебе понравилось, пиши комментарии, а я буду пробовать. Кстати, в конце, когда кексик подостынет, можно посыпать его сахарной пудрой. Очень вкусно. Особенно с кусочками молочного шоколада. Вот просто невероятно. Лёш, попробуй. Ну как тебе, Лёх? Да. Ой, ладно тебе. А бошки дымятся, подружки скучают. Да.